Всем привет! Вы на канале у Людмилы Хамула. Сегодня я за кадром хотела вам рассказать и оставить свой отзыв вот об этой подводке. Устойчивая подводка, маркер для глаз. У меня изумрудный. Я взяла по купонам 11 каталога. Это 12 каталог. Цена 1549. Что хочу вам сказать. Вот такой вот, по-моему, у меня... Где здесь изумрудный? Вот такой вот изумрудный. Но он здесь более... Ну, на камеру передается как будто светло-черный какой-то. А в каталоге я смотрю больше вот на изумруд похоже. А на самом деле он переходит как в черный. Черная... Ну, черная получается подводка. С изумрудным, с зеленым каким-то оттенком. У меня тут так, что ли, вам показать. Плохо видно. Плохо видно, плохо видно. Освещение уже не такое. Но вот, вот. Вот видите, вот здесь вот зелененький такой изумрудненький. Это подводка из серии Glam Team. Артикул 56-87. Что хочу сказать. Подводка мне понравилась. Подводка мне понравилась. Но. Влага попала. И она, как это, не потекла, а получается... Что же с ней сделалось? Вот, вот какое чувство, знаете, что как будто бы она такая немножко подстерлась. Все-таки она устойчивее, чем вот это вот. Вот это вот вообще неустойчивая на влагу. Sport and Pляж. У меня есть видео по поводу этой подводки. Я прикреплю в инфобоксе. Это графит. Артикул 51.13. Но если сравнивать между вот этими двумя подводками, то вот это вот выигрывает. Вот это вот выигрывает. Я не могу вам цвет передать. Вот как-то так, что ли, сделать. Или вот на фоне этом. Нет, я вам не могу этот цвет передать. Но он не зеленый, он не изумруд, он какой-то даже, можно сказать, темно-зеленый. Темный и уходящий вот в черный оттенок. Сейчас я его нанесу на руку. И вот толстая. Вот посветлее и потолще. Пошла, свет включила, но что со светом, что без. Ну, вот такой вот и есть он. Он, видите, вот, вот, черный, в такой вот темный изумруд уходит. Нанесла, подождем. Ну, и сразу для сравнения нанесем вот эту вот графит. Тоненько и потолще. Вот, вот это вот графит. Это Sport and Pляж. А это Glam Team. Ну вот графит, смотрите. Что графит, что изумруд, мне кажется, одного цвета. Единственное, вот в тоненькой полосочке они как-то отличаются. Вот потолще все равно какой-то разницы нет. И протестирую вот такой вот. В каталоге вот этих вот в 12-м нету. Это Sport and Pляж серия. Водостойкая пишут. В 12-м каталоге только вот такая вот подводка. Но подводка мне понравилась. Если сравнивать вот с этой подводкой, то вот это вот круче, чем вот это вот. Так, нанесла. И давайте будем смотреть вот такие вот тени. Тени водостойки. Sport and Pляж. Оттенок 56-57. Я брала оттенок фиолетовый. У меня зеленые глаза. Там были бежевые, светло-бежевые, темно-бежевые. Ну, какого-то зеленого там не было, поэтому я взяла фиолетовый. Сейчас тоже нанесу. Я их еще не пробовала. Если я вот эти две подводки пробовала носить в жару, то вот эту я не пробовала. Вот тоненько нанесу.
и потолще. Ой, он крошится. Уже мне не нравится. В общем, он крошится. Мягкий. Наверное, надо будет замораживать или как, я не знаю. Ну, в общем, он это мягкий такой. И знаете, фиолет такой грязный. Ну, в общем, вот потолще я нанесла. Ну, вот так вот. Вот видите, потоньше, посветлее, как сирень такая, и потолще. Сейчас будем смотреть, насколько они водостойки. Я с собой взяла влажные салфетки. В прошлый раз у меня слюни было вместо влажных салфеток. Я забыла с собой взять. В этот раз у меня влажные салфеточки есть. Так, будем смотреть. Немножко подождем. Для тех, кто любит четкие линии, в принципе, вот эта вот подводка я рекомендую. Могу рекомендовать. Кому все равно, водостойкая, не водостойкая, то я вот эту тоже могу рекомендовать. Потому что, в принципе, они мне понравились. Ну, то, что я их брала обе как водостойкие, но тут написано стойка, а тут прям водостойкая написано. Я их брала, потому что они на лето, то, что водостойкая, чтобы мне косметика не текла, я потею, жарко, все текет, и получается, ну, не выполнили свои функции. Ну, по крайней мере, вот это точно нет, все отпечатало, все потекло у меня. Вот это вот более-менее справилась со своей функцией. Ну вот будем сейчас смотреть, насколько они водостойки. Вот этих в каталоге 12 нет. Я взяла все это. Нет, вот это я брала в 11 каталоге. А вот это я взяла в 12. Ой, вот это я взяла в 10 каталоге. По обычной цене, без акции. Вот это я взяла по акции с 50% скидкой по купонам. Если бы не было этих купонов, возможно, бы я эти подводки не взяла. Вот эту бы взяла, но одну попробовать. Я ей взяла одну попробовать. Ну, пожалела. Можно было, я еще хотела, думаю, планировала 3 штуки взять. Можно было 3 штуки взять. В принципе, мне как бы понравились они. Вот это я взяла по купонам, еще не пробовала. Сейчас будем смотреть. Сначала сухой рукой. Сначала вот эту вот будем стирать. Вот. Glam Team изумруд. Ну, что я хочу сказать. Размазывается. Вон, видите? Размазывается. Да. Пробуем влажной салфеткой. Ну, спокойненько удаляет. В принципе, на веках у меня также все было. Просто видно, вот здесь я сильно вспотела, оно удалилось хорошо, стекло. А здесь я потела, наверное, поменьше. Ну и это попробуем. Я уже показывала, ну, сравним. Тоже, вон, видите, размазывается. Ну, тоже, можно сказать, спокойненько удалять. Но только при сильном нажатии. Ну, влага попадает, уже опечатываются веки. Это, естественно, все отпечатывается. Ну и давайте посмотрим, что у нас с водостойкими тенями. Водостойкие тени так у нас тем более. Все стирается. Я не знаю, у кого как, у меня все стирается. Мне еще, знаете, что кажется? В общем, тени не водостойкие. Не рекомендую. Я просто блогера одного смотрела, у нее тени водостойкие вот эти вот. Она как нанесла, так и у нее не держались. Я не знаю, может быть, это еще от состояния кожи зависит. Какая кожа, да? Какая влага на коже. Я жирная вся, я и внешне полная, я и волосы у меня, и кожа вся у меня не сухая. Ну, единственное, только ступни получаются сухие, но там, сами понимаете, по какой причине. По той причине, что ну, мы на них ходим, и влага туда в меньшей степени поступает. В общем, не водостойкая нифига ничего, ни подводки,
ни тени. Рекомендовать не могу, мне не понравилось. Кстати, давайте сейчас, может быть, нанесем, сравним с каталогом, как вот, по крайней мере, вот это вот, потому что тех нету в каталоге, а вот это вот, как она, где у нас тут изумруд. Ну вот. Ну, что-то похожее есть, но мне кажется, черная, она и в Африке черная. Да, третий у нас изумруд, вот он, я нанесла. Рекомендовать не могу. Сначала вроде пожалела, что я одну подводку взяла, но сейчас уже смотрю, что, слава богу, пусть одна будет. Закончится, еще какую-нибудь возьму попробовать. Ну все, на этом все. С вами была Людмила Хамула. Кто хочет получать скидку с 20%, кто хочет получать продукцию, покупать с 20% скидкой. Для новых покупателей подарок вот такой вот наикрутейший. Вы получите всего 3 средства всего лишь за 15 тенге. Вот эти 3 средства стоят 3 569 тенге в каталоге. Нужно зарегистрироваться по этому каталогу номер 12 с 10 по 30 августа. И с 31 августа по 20 сентября сделайте заказ на сумму от 5000 тенге и получите вот такой вот подарок в виде 3 средств для стирки белья за 15 тенге. И кто зарегистрируется и сделает заказ в течение 24 часов, то вы получите приятный бонус, набор пробников косметики для дома по специальной цене. Я посчитала, в 2 раза дешевле, чем он стоит на самом деле. Приходит в таком хорошем, красивом пакетике, не одноразово, много, ну, можно использовать, куда-нибудь применить этот пакетик. Средства все наикрутейшие. Проходите под видео по ссылке, вы попадете в мою команду, я буду вашим помощником и наставником. Всем пока! С вами была Людмила Хамула.